Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Маленький сад на краю Вселенной», который находится в Западной Беларуси. Сегодня я расскажу, при помощи чего я избавилась от тли на своих кустах смородины. Ну, конечно, можно применять это средство недорогое, дешевое и безопасное для человека и на других растениях, но я применяла его именно на смородине. Слишком поздно увидела поражение тлей, верхушки смородины и листья вот так покрутила почти все. Но прошел уже месяц, как я использовала вот это средство. Использовала я его всего один раз, и верхушки уже у смородины стали отрастать. Ну и урожай на урожае вот это не сказалось. Урожай хороший. Что же я использовала? Я не покупала ничего. Вспомнила о том, что можно избавиться от тли при помощи шампуня для животных. У меня был шампунь для кошек инсектицидный. И в его составе есть такое средство, как перметрин. Перметрин – это яд, который изобретен руками человека. Он используется в том числе в медицине для лечения там вшей и чесоточного клеща, чесотки у человека. Вот у меня перметрин 0,4% в состав входит вот этого шампуня. Назывался он «Гамма». Кстати, он уже вышел даже срок его годности 07-14 года. То есть это уже прилично он, как бы его употребление, наверное, нежелательно, но я все-таки рискнула, и все нормально, он сохранил и свою текстуру, и цвет первоначальный. Поэтому я использовала вот для избавления от тли. Что я сделала? Я взяла 1 столовую ложку на 1 литр воды, развела, хорошо растворила в пульверизаторе, ну, как и любой шампунь, он пенится, старалась меньше сделать пены, и опрыскала вот макушки куста, где была тля, старалась каким-то образом попадать вот на внутреннюю часть листа, где сидел вредитель. Делала это вечером, потому что инсектицид, как и любой препарат, опасен для пчел, там для шмелей, ну, чтобы не пострадали эти насекомые. И результат не заставил себя ждать. Вот листочки, пораженные тлей, они уже стали вот такими, уже кустик обрел силы для плодоношения и избавился от вредителя. Все кусты мои смородиновые вот я спасла вот этим шампунем, в состав которого входит перметрин. Он действует на нервную систему вредителя, и у насекомых наступает паралич. Так что советую. Мне хватило, как я уже сказала, одной обработки вот этим инсектицидным шампунем. Всем хороших урожаев!